Всем привет, Ули. Ну что, попикаем? Хотите, поделюсь? Чем? Хорошим настроением и интересной находкой. Но это не моя, не моя, не-не-не. Ну, покажу. А сейчас пойдемте попикаем. Приехал в место. Да кто его знает, что здесь было? Никогда здесь не был. Высмотрел и приехал. Так что пойдем пикать и будем говорить. Вот здесь, мне кажется, было озеро. Когда-то. На карте там домики. Ну, там сейчас кукуруза. Там домики. И туда пошли, пошли, пошли. А может быть, купались здесь. Походим, походим. А вот, смотрите, вышел на поле, и вот они, осколочки. Осколочки наши все, их здесь много. Смотрите, вот, вот. Так что будем верить, и вот лежит, что мы что-то напикаем. А? Интересно. Обещали, что ветра не будет. Где ты? Выкопал два черных сигнала. Я всегда так делаю. Гвозди были. Кованые гвозди. На что это похоже? Без понятия, но красивый. Все, ямку прируем. Как колокольчик. Может быть, колечко? О, смотрим. Ну, давай, первый сигнал. Что-нибудь загадочное. О! О! А что оно такое? Что за о? Что это? Честно, я уже смотрел, крутил. Ну, я почему-то думаю, что это кокарда. Ну, честно не скажу, я находил больше. Там была точно кокарда. Это будет кокардочка. Ну вот честно, почему-то только такие мысли приходят в голову. Если кто-то знает точно... Подскажите, но я думаю, что это кокарда. Маленькая. Я же говорю, кокардочка. А там, кажется, вот еще и холмик от дома есть. Ну, пройдемся вот так вот. А потом туда. Кокардочка. О, какой черный, толстый такой, а. Вот это да. Прям скиф. Ну да. Сигнал был квакающий, пукающий, какой-то такой. Решил копнуть, смотрите. Стал лучше. 92-88. Я уже вижу. Вот она. Это же надо. Круглая какая. Сейчас покажу. Скорее всего, что это пуля. Свинцовая пуля. Но если они старые, они такой патине белой. Может, не очень старая, но идеально круглый свинцовый шарик. Увесистый такой. Что оно такое? Да кто его знает. Свинцовый шарик. Ямку мы прероем. Карман, карман, Димон не наркоман. О, понарыли кто? Мародеры. Чтоб на тебе понос напал. За то, что ты ямкой не зарываешь. Мурло. Вот, смотрите, показываю. Вот здесь я выкопал, глубоко лежала пенициллинная пробка. Да, и пошел сюда, где-то намечал ногой. Во, кто-то скажет, понимаю, Дима, а что ты людей обзываешь? Ничего я не обзываю. Мурло оно и в Африке, мурло. А чё оно ямки не зарывает? Не, я понимаю, что можно рассказывать там, здесь будет пахаться и все такое, но прирыть можно. Никто не говорит все, прям там выравнивать, вот не надо, вот так вот ногой, раз, раз, хотя бы так, и все. Ну и где ты, наш нежданчик? О, вот что-то. С зубами, значит, шестеренка с часов, может быть? Вот, может. Шестеренка есть. А где кукушка? Кукушка? Хотя не. Не похоже это. А что это такое? Кукушка? Это этот. Бегун. Ага. Бегущий Димон. Это, наверное, часть знака ГТО. Ну ничего. Не монетка, но все равно приятно. Дома помою. И покажу. Вот так вот вам. Видишь? Мурло. А зарывала бы ты ямки, дед бы тебе значок дал. А так, кукин-квакин тебе. Ха-ха. Карман. Кружим? Кружим. Это у нас, как мы и думали, часть знака ГТО. Они бывают из серебра. Бывают вот такие вот красивая штука. Те стоят кучу денег. Ну а наш, так, история. Просто приятная находка. А? Песня? Для ушей.
Песня для ушей, аж задница радуется. Некоторые люди спрашивают: Дима, какую катушку выбрать на той или иной прибор? Ну, друзья, тут все зависит от того, что собираетесь искать. Что и где. Что сверху было. Так что если... О, во-во! Наконец-то мы ее нашли, манитосина. О, как лежит красиво, смотрите. Фух. Что собираетесь искать и где, в каких условиях? Каждый случай индивидуален. Так что если теряетесь с выбором, напишите мне по ссылкам снизу. Подумаем вместе. Что это? Секунду. Мне кажется, это 2 копейки, те, что полукольцевик, я их называю. Они очень редко. Помою бережно, как будто Анджелину Джоли. И покажу, посмотрим, я это дело люблю. В смысле, не Анджелину Джоли, а мыть люблю монетки. Искать это одно, а мыть это другое. Класс, в кармашек, кармашек. А тем, кто не зарывает ямки, полон рот. Да-да-да, да-да-да, кокошек. 2 копеечки 1852 года, ЕМ. В нашем состоянии можно просить пару долларов, а чего, они вечно затертые в хлам и попадаются очень редко, а тут такая красотень. Фух, где-то уже сейчас хожу, сначала такое было бодрое, а сейчас так уже. Сигнал был сразу такой какой-то, вот так вот ногой сделал 12 тысяч раз, и сигнал стал лучше. Хотя вот жарко уже. Хожу, смотрю, что показывает Рутус Годограф. Около 100. Видно, ходили разные люди, потому что... Ого! 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 О! Разные люди. Один ямки зарывал, а другой мурло. Ой, что оно такое? Ну, гвоздей здесь много. Ну, какой-то спорный сигнал. Наверное, какая-то кака. Давайте я найду и покажу. Ха-ха-ха. Смотрите, вот оно что-то. Зеленое? Ха-ха. Не чепуха. Ха-ха. Совсем не чепуха. Что-то зеленое. В моих мозгах зеленое – это старое. Что оно такое, понятия не имею. Если кто-то знает, подскажите, что это такое может быть. Может, что-то древнее, какая-то висюлина. Кто фахивать по висюлинам? Специалист по таким штукам, а? Подскажите. Ямку зароем. Приятно. Тут ходить, не переходить, смотрите. Ух. Еще побегаем, часика 2-3 это точно. Жарко, правда. Висюлина. А вот что это за висюлина или висюлька, как кому угодно, я не знаю. Если кто-то знает, подскажите почему-то. Я думаю, что это мега древность. Кто-то потерял. Тарам. Свежачок. Акинака – это рукоятка. С меча викинга. Вот, вот видите, вот сюда ключи он вешал. Это была рукоятка. Ну что, заберем, чермет. С утра было так хорошо, такой релакс, а сейчас мучительно жарко. Ну, осень она такая есть, около 90 показывает годограф. Ну что, достаточно чистый, короткий, линия ровная-ровная. Фу, ну, конечно, копать-то... О, так, так, не, это не... Не выкопал, не супер-пупер, плохо. Бывает и хуже, но бывает и лучше. Ну ты видал? О! Тьфу ты, ну ты. Может где-то... О, да. А вот! Ровеем кругляшок, вот, смотрите. О! Загадочное нечто. Что это? А кто его стоять? Кто его знает? Посмотрим или не посмотрим поближе.
Ух ты! Ха-ха. Я не знаю, что это, честно. То ли какая-то корона. Через камеру плохо видно. То ли это не корона, это... Может, так нет, вот год снизу. Кажется, это же год. Сейчас, ой, не туда снимаю, сори. Ну вот так, я не знаю, что это, друзья. Я дома помою. Два чего-то. Два. Зеленое. Ну, если зеленое, значит старая монета скифов. Не знаю, честно, такую нахожу впервые. У нас такого нет. А что здесь есть, кто его знает? Если кто знает, подскажите, не поищу. Два чего-то. Вот так вот, два чего-то. Загадочная штука. Что за монета? Без понятия. Я держу такую в руках впервые, хотя красивая, с потерями, но все равно красивая. Кто знает, может быть, подскажете. Ха-ха, смотрите, показываю, как было. Вот мы выкопали вот эту вот монету какую-то загадочную, я пошел кругами. Я всегда отхожу по спирали, и вот, ну, далеко, ну, здесь метра раз, два, ну, семь где-то. И где-то был, где-то... О! Не совсем такой. Ну. Достаточно загадочный, чтобы проверить. Вы любите загадки, интриги? И? Ну, где-то выкопал. И где ты? Наша монетосина. Ну, или обломосина. Чего, так бывает, я уже выкопал здесь, я не знаю, штук, о-о-о, штук с 10 каких-то обломочков, но это кругляшок, и такой приятный шок. Ну, орел похож на польского, так вот написано, 2 грош, наверное, это что, польская монета? Зеленая, если это польская, то значит и та польская, о. Определили. Ну, у нас такие очень редко, практически нет. И то там на окраине того места, где я ищу. А тут вот так вот. Ха-ха. Вот так вот. Забираем кармашек. И будем кружить здесь, как грациозная жирная лань. Чуть не сказал срань, это же надо. Кружим. Ну, а тут все написано. 2 гроша 1927 года. Ух ти-ка. Ну, по цене это история. А мы все тут же. Вот одна монетка, вот вторая. Здесь что-то было. Третье. Не, ну было. Хороший такой был. Где делся, так не бывает. О, умение не пропьешь. Вот так он. Бермудский треугольник. Димонский треугольник. Прироем. Где ты? А вот что-то. Вот что-то, смотрите. Вот это да. Вот это я зашел. Ну, это не монета. Не монета. Это. Ага, пломба. Пломба. Ну, пускай пломба. Лучше, чем пробка. Пломба, ничего не вижу. Но я в пломбах не силен. Там как-то люди определяют... Станцию, номер вагона, имя проводницы по пломбам. Была замужем, нет, сколько детей, сколько раз изменяла мужу. Я в этом ничего не понимаю. Я вот тут пломба да пломба. Фоткну, покажу, если кто-то знает что-то подобное, подробное, подскажите. Покружим еще здесь, покружим. Вот видите, всего-то. Но черных сигналов... Уйма. Вот, пломба во всей красе. Есть знающие люди, ну, чтобы расшифровали все вот эти вот древние руны. Обещал показать классную штуку. Показываю, смотрите, какой красавец, а? Мне кажется, вот это вот кость слоновая. Класс. В руках лежит так, ух, небольшой такой. Что это? Понятия не имею, честно. Еще не узнавал, не смотрел. Это находка подписчика. Ну, почему-то в моей голове мысли сразу Бельгия, бульдог, велодог, все такое, небольшой такой, пей. Так, узнаю все детально и сниму отдельный ролик, что, как, почем и все такое. Вот такая вот
Находочка у людей. Да, это уже никак не огнестрельное оружие. Пиф-паф с этого сделать нельзя. Это просто так. Макет. ММГ. Но состояние неплохое. Все узнаем, все расскажем. Вот такое вот находят люди. Бывает. А, я хотя бы в руках подержу. У нас такого нет. И быть не может. Ух, хотя маленький такой. Красотень? Если кто-то знает, вот прям вот так вот навскидку, подскажите. Но я еще раз повторю, ролик сниму. Хотел ответить умным. Некоторые умные в кавычках пишут: Дима, ты неправильно надел перчатку. Да не, вы не умные, все правильно. Почему пупырышки сверху? Потому что бы лучше фокус камера ловила. Вот так вот, все просто. Не надо умничать там, где не надо. Обратил глазами внимание на вот эту вот штучку. Это ракушка. Что здесь делает ракушка? Я на дне моря? Какого-нибудь-то. Покажу ракушку в конце. А тут вон сигнальчик. 90 годограф, достаточно ровный. Ну, что бы ни было, покажу, наверное. Не выкопал. 95-96. Откуда здесь ракушка? Ха-ха! Обломосина. Пенициллин. Тварюка. О, ты его выбросил. Та не, забрал. Выдохните. Фух, как мучительно жарко. Вот где-то был сигнал. На что похоже? 102, линия ровная. Ну, может быть, монета. Сейчас уже, думаю, проводу. А, чуток не туда. Проводу. Я уже всю выпил. У меня бутылочка небольшая, там около литра. Все? Ну чего, приятный. Как будто двойной. А, о! Все, нашел, вижу глазами. Не монетосина, но приятно. Ух. Чего приятно? Это пуга. Видно сверху. Я люблю пуги. Смотрите, какое ушко. Если есть ушко, значит гладкое. Как попа. Кто любит попы? Ой, кто любит пуговицы? Я люблю. Ох ты! Номер 4. Класс. Хотя вот где-то месяца полтора назад, ну, может такую, может нет, держал в руках, подписчик присылал там в куче всего на продажу. Вот это знак. Если бы я все находил, то, что люди присылают, вот это бы было крутяк. Да, кто-то спрашивал, какой прибор. Я же говорил, Рутус, не палитесь. Я в конце говорю, это... Значит, то, что вы не смотрите, да? Ну, бывает. Заберем, заберем. Пугается с цифрой 4. Что оно значит? Ну, наверное, четвертый полк. По цене не подскажу, но я думаю, как всегда, ничего не стоит. Но все равно, как находка, приятная. Хожу, вот думаю. Вот как все зависит от... Черных здесь уйма. От земли. Вот у нас, чтобы не нашел, оно все такое какое-то скукоженное, прилипшее. А тут вот эта пуга, вот с одной стороны там чуток земли, но я не чистил, ну а с другой стороны прям красивая такая, зеленая. Не хочется ее и чистить. О, наш друг, точнее не друг, он нам урло нарыл сколько. Смотрите, что-то нашел. Ямы какие большие. Хм. Это, наверное, дом был, потому что ямок здесь море. Здесь, ну, камера, наверное, не передаст этот... Холмик такой. Сигнал был. Был. Раскопнул, пропал. Но если так, то значит что-то должно быть. Или не быть. О. Ну, согласен. Осколочков здесь каких-то. Хуторщина какая-то. А вот она. Кто она? Находочка. Не, это не мусор. Это колечко. Люблю колечки. Даже не обручалка. Сполосну водичкой и покажу, чтобы вы понимали, в чем речь. Ну, что-то подобное изредка попадается. Царизм, наверное. Это не то, что делали с монеты. Знаете, там шмяк, бух, трах и все. Это что-то поизящней какого-то мастера. По-моему,
Покажу. Еще вот так вот низом пробежимся. Туда и будем идти назад, потому что тут идти еще 3 километра. Что напикаем, покажу. Колечко может быть детское, а может быть какой-то очень стройной девушки. Ну, кто его знает, но все равно красоте. О, жара невыносимая. Походил на славу, но приятно. Огорчали, конечно, чуток вот те ямки. Я говорю честно, сразу зарывал, потом, когда уже подустал, не зарывал. Пускай-то будет, хотя на какой совести, на какой совести. Короче, не будем про ямки. По прибору, 100 раз говорил, у меня в данный момент жизни Rutus Alter 71. Ссылочка на прибор под видео, где почитать, посмотреть, поспрашивать на весь модельный ряд и все. Мой прибор, не мой прибор. Потому что в начале лета, наверное, да, я спрашивал, предлагают на обзор взять, походить или не надо. Вы сказали, взять, походить, хотим посмотреть. Вот, хотите, смотрите. Со своим хожу, копаю, но пока ролики не выкладываю, потому что мы-то договорились. О, класс. Находки, цену для меня, если что-то есть, это уже, конечно, монеток могло бы быть и больше, но могло бы быть и меньше, кукин-квакин. Так что находки мы не выбираем. По вот той висюльке, не знаю, что оно такое, зеленое, похоже на оловянистую бронзу, может быть. Да, по вот этой вот штуке, не мое. Подписчика прислал вам показать, посмотрим, видео снимем и отправим человеку назад. А он куда? А он выбросит в глубокую-глубокую реку. Где-то так. Что сегодня буду делать? Муравья кушать, потом плитку ложить. У меня же вот это, знаете, вечный ремонт. Поедем еще за таблетками. Написали хорошие люди таблетки новые жене, потому что еще один муравей. Поедем, потому что у нас нету, может быть, в Полтаве есть. В интернете заказывать как-то стрёмно, потому что в лучшем случае будет пустышка, да? А если пустышка, то думай, помогло, не помогло, то есть не, надо брать в аптеке. В районном центре в Новых Санжарах нету. Ну то все, найдем. Да, если у вас есть какая-то интересная находка, фото или видео к ней, и желание поделиться, пишите, забабахаем вам видео. Я, наверное, на муравейник сел. Если не знаете, что продать, как, где, тоже пишите, что-нибудь придумаем. Бывают, подписчики присылают свои находки. Бывают интересные, бывают не очень. Продать можно все, что угодно. Смотря, конечно, за какие деньги, но то уже будем говорить. Ссылочки на все под видео. На Rutus под видео, написать мне под видео. Если хотите выбрать катушку, там пин, наушники, я не знаю, что-нибудь, не знаете что, пишите, подскажу, что знаю. А не знаю и придумывать не буду. Еще буду ехать, ну, наверное, когда ролик выйдет, потому что у нас еще середина, ну, больше, да, к концу сентября, а будем ехать в октябре, а может быть, я не знаю, короче, хочу еще поехать к родственникам. У них там бывает по войне что-то попадается, бывает по древним культурам, немного, но бывает. Так что хочу, это туда в сторону Лубнив. Ну, как-то так, находки покажу, только никому не жужжу. Все, возникнут вопросы, замечания, пожелания, пишите. Всем хорошим людям огромного здоровья, такого, как у меня, рожа и пузяка. И всего самого хорошего вам и вашим родным. Все ссылочки под видео.